Все началось в аэропорту. Фанаты узнали, во сколько прилетают корейские звезды, и организовали массовый флешмоб. K-pop айдолы посетили Казахстан для того, чтобы выбрать лучшую танцевальную команду и увезти ее в Корею. В финал попали 22 коллектива. За границу поедет только один. Одними из первых выступили девочки из группы Evolution. Они решили выделиться и исполнили танец, который в оригинале танцуют парни. Танец, да, и мы надеемся хорошо станцевать с мужской харизмой. Несмотря на старания девочек, парни из группы My Name, они же судьи, были очень строги к участникам. Ребята не раскидывались комплиментами и не пытались оставить о себе положительного впечатления. Сейчас даже в Корее группа Infinite известна своей сложностью хореографии, и мне было очень жаль, что в вашей хореографии не хватало силы, было мало энергии. Самым ожидаемым выступлением был, конечно, перформанс группы My Name. Когда члены жюри встали из-за столов и вышли на сцену, зал буквально взорвался овациями. А ведь они еще и петь не начали. Отметить, что интерес к различным кей-поп-фестивалям у казахстанцев немал. Ну, для нас, конечно, это уже практически все. Мы этим живем, танцуем, думаем, засыпаем. В 2011 году казахстанская группа Джем взяли гран-при на Всемирном кей-поп-фестивале в Корее. А ребята из Элимстар на том же фестивале, только годом позже и вовсе, стали главными победителями. Вернемся к нашему, казахстанскому событию. Лучшей стала группа Infired. Вот вам эксклюзивные кадры подготовки этой команды к выступлению. Теперь они собираются покорить Корею, родину кей-поп-культуры. Дмитрий Шок, Сауле Шатабалды, Новости Ревю.